допустим, поставим, каждый будет проходить. Да, просто мы сейчас на первых двух дублях увидим рисунок вашего танца и поймем, где акценты какие делать. И потом... Штрих еще не последним, но съемочный процесс близится к концу. Будущий фильм о Кряшинах будет состоять из нескольких частей. История, обычаи, традиции этой народности будут рассказаны через 5 героев. Все локации и люди – это наши. 5 героев, через которых будет рассказываться история, они тоже наши. Это деревня Албаева, соответственно, это 5 наших героев. Это деревня Кулущи, где есть Валентина Петровна замечательная. Ну и, конечно же, наш свой любимый Мамадыш. Прямо вот сейчас наши кряшинские фольклорные коллективы показывают одну из традиций, обычаев – это тугарек-уен. Тугарек-уен – так называется одна часть фильма. Здесь участвуют фольклорные коллективы района. Они показывают, как кряжане проводили вечера. Все делается под контролем столичных продюсера и оператора. Я уже не первый раз приезжаю сюда. Мы с Дмитрием раньше приезжали сюда, снимали клипы детские. Честно говоря, я влюбился в этот город. Он очень такой какой-то компактный, уютный и, знаете, очень своеобразный и красивый. Я сюда с удовольствием приезжаю. И народ, мне кажется, здесь добрейший. Еще одной целью команды телеканала «Радость моя» были съемки сериала «Иван и Нестор». Он будет состоять из 5 серий. Все локации были выбраны в черте города. Мальчики совершают не совсем хорошие поступки. К ним приходит совесть и учат их, как совершать, что как положено. Вот тоже здесь «Мамадыши» снимается. Первые 5 серий вот мы начали снимать. Главные герои сериала – это участники фестиваля «Созвездие Лдозлы», которые занимали призовые места в номинации «Конферансье». В съемках фильма принимали участие и мамадышские звезды. Например, в главных ролях Лилия Галиева, она играет роль мамы. Айназ Нургалиеву пришлось исполнять 2 роли – соседа и Кощея Бессмертного. Ставить спектакли и играть в фильме – это вообще разные вещи. Ну, скажу так, что сниматься в фильме, мне кажется, попроще, а уже играть в спектакле – это посложнее будет, потому что в спектакле нужно выдавать всю в себя. А когда снимаешь фильм или сериал, там уже монтаж делают, чуть-чуть снимают, останавливают. Ожидается, что и фильм, и сериал можно будет посмотреть по телеканалу «Радость моя» в конце октября. Премьеру фильма о кряжанах планируют провести в городе Мамадыш. Гульнара Гильмуллина, Алмаз Камалиев, Элиза Нургалиева. Новости Татарстана.